Место для стоянки выбирай. Так. За скоростью своей смотри. Здесь справа сплошная, ты не можешь перестроиться. Едем дальше. Нет возможности, мы ничего не переживаем. Следом идет остановка, мы тоже на нее не заезжаем. Место для стоянки подразумевает место для полной остановки ТС и идти домой. Автобус нужно было пропустить, он начал движение. Включай правый поворотник. Зеркало смотри, притормаживай. Притормаживай, уходи на обочину. Хотя тут обочины нету. Начинают автобус движение или нет? Колеса, когда крутятся, значит, начинают движение. Так. Когда стоит на месте, он...